И к новостям спорта. Жанат Джакиянов удержал первое место в рейтинге WBC. Североказахстанский боксер, согласно новой сводке о рангах, сохранил первую строчку рейтинга в легчайшем весе. Другой казахстанский боксер, Канат Ислам, опустился на одну позицию. Теперь в топ-40 первой средней категории он занимает 33 место. Исаак Бербаев, выступающий в первом тяжелом весе, потерял две строчки и расположился на 36-й позиции. В этой же категории на одно место вниз сместился Бейбут Шуменов. Он занимает 18-ю строчку, сообщает BNews KZ.